Следственный комитет начал проверку по пожару в подмосковной Немчиновке, в котором погибли 4 человека. Это пожилые супруги и 2 детей, их внучки Саша и Маша, 9-7 лет. Причина возгорания могла стать неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Известно, что дом построили под так называемой канадской технологией. С внешней стороны он кирпичный, а внутри все деревянное. Андрей Ященко передает из Подмосковья. В 2 часа ночи зарево сильного пожара освещает село Немчиновка. Горит двухэтажный коттедж, внутри дома 5 человек. Соседи будет резкий треск разлетающихся вдребезги стекол. Они выглядывают в окно. Когда мы туда побежали, там, наверное, практически все уже полыхало. Лестница горела и так далее. Вот. Бабушку удалось вывести, она на первом этаже, видимо, жила у нее. Добраться до второго этажа не получилось. Огонь мгновенно охватил все стены и перекрытия. В огне погибли 4 человека. Бабушка с дедушкой и 2 внучки, 7 и 9 лет. Жена, муж и их внуки. 2 взрослых и 2 детей. А спасти кого? Спасли бабушку, ей 90 лет. Мать, а жену. Родители девочек приехали к дому, когда спасатели заканчивали проливать тлеющие конструкции при виде пепелища. Они не смогли сдержать слез. Рассматривается несколько причин пожара, в том числе короткое замыкание. По словам соседей, дом был построен по так называемой канадской технологии, состоящей из нескольких блоков и утеплителя. И, возможно, это стало причиной того, что огонь так быстро распространялся по конструкции. Андрей Ященко, Сергей Новиков, Life.